Ежегодный день столицы в этот раз, возможно, полностью пройдет в режиме онлайн. Сегодня министр культуры и спорта Актоты Раймкулова анонсировала обновленный формат празднования. Впрочем, подобный вариант проведения особых дат стал уже привычным. Как показывает статистика, в период пандемии казахстанцы проявили высокий интерес к культурным мероприятиям в нашей стране. Так, например, звезды казахстанской эстрады провели 30 онлайн-концертов. По данным Минкультуры, количество уникальных просмотров составило 1,5 миллиона. Кроме того, 223 проекта из Золотого фонда «Казахфильм» транслировались по телеканалам и доступны на площадке YouTube. В итоге встречи министр все же добавила, что мероприятия «Ко дну столицы» возможно пройдут и в традиционном формате массовых гуляний. Смотря какие будут сейчас меры предприняты, какая будет ситуация по карантину, в связи с этим мы будем, конечно, корректировать наши планы, но по большому счету мы очень надеемся, что сможем порадовать гостей столицы и жителей столицы нашими офлайн-проектами, ну и, конечно, очень много проектов переведен в онлайн-режим. Поэтому с большим удовольствием представим наши культурные продукты и наши мероприятия, которые мы запланировали ко дню рождения нашей любимой столицы.